Так, приехали мы с Аней в место, недалеко от северного города, где продаются квадроциклы. Здесь вот развилка дороги на запад и вот какой-то кружочек. В общем, мы сейчас вот эту вот территорию будем исследовать. Квадрики оставили тут. Спальник. Ну, я надеюсь, ты точно тыкнула, да? Угу. Пойдем. Там вот какие-то ангары виднеются. Окей. Ой, там, подожди, стой. Я уже наверх вижу, наверху. Ну, надо сперва укрытие найти. Где прятаться-то ты будешь? Ты что, уже стреляешь? А, да, наверху стоят солдаты. Ну, ты хоть укрытие-то найди из камушек. А если сейчас в ответ будет стрелять? Смотри. Да, вижу. О, он в меня открыл огонь. Я же говорю, надо камушек найти. Нифига он в меня лупит. Ой. В тебя не лупит? Лупит, лупит. Ты с чистого поля встал и стреляешь. Сперва же укрытие находит. Так, минус один. Там второй еще. Не вижу. Что-то я не могу в него попасть. Минус два. Убила? Да. Подлечись, если надо. Мне не надо. Зачем у тебя на ружье фонарик включен? А, стоп, там еще ходит, вижу. Ну, укрытие найди, потому что в ответ будет стрелять. Да, вижу. Минус один. Да, ну кто-то стреляет. Прячься, убегай за камень, не поможешь. Я за деревом стою. Сюда идут. Их там много. В ангаре ходит. Патронов бы хватило. У меня 10 патронов осталось. Там он еще стоит, видишь, около. Да, вижу. Около... Да. Блин, что их там так много? Еще минус один. Еще минус один. Если надо лечиться, лечись. Нет, не надо. Еще могут быть. Я смотрю. Пока не вижу ничего. Ты смотри, рюкзаки летают. Так я переключаюсь на этот. Этот камень. Электроника. Ой, смотри. Какая-то стена. Бери вот у этого для дробовика, тебе же надо. У тебя место есть, бери вот у него. Каска. Короче, ты бери. Угу. Так, ну вот этот рюкзак я выкину. Но это еще не все, еще могут быть.
Потом посмотри, рюкзаки. О, ракета. Вот лазер, видишь, какой лазер? Вот там был такой. Ну, так я его крафтить могу. Вот который я говорила, там что-то такое. И, кстати, стало. Он у нас уже есть, я же его уже, по-моему, крафтил. У нас в ящике. А у этого автомата нельзя собрать, нет? Бери вот эту стенку. Все. Слушай, тут хорошего не ходит. А это что такое, цемент какой-то? Да. Ну, у тебя место есть, забирай. Забираю. И каску. Забираю. Так, вот тут еще я одного убил. Слушай, а бронированную машину нельзя забрать, нет? Ты аккуратней ходи, он может где-то тут еще стоять. Мы же еще не всех тут. Тут ящики, что надо тебе смотреть? Сейчас посмотрю. А что, я не могу сесть на эту машину? Ой, я нашел, смотри, какой-то биткоин майнер. Система для компьютера, которая используется. Ну, короче, биткоины делаю. Интересно, что она нам биткоин сделает? Наверное. Тут боксы. Где? Сюда, ко мне, где? Амунишн бокс. Пустая уже. А это я взяла. Дальше иди, дальше. Вот тут, вот, вот тут. У меня музыка играет. Как будто она... Вот тут, вот тут, вот тут. Ну, тут рюкзак, не нужно такой. А что мы машины не можем забрать? Да, вот жалко. Это военная база, что ли? Тут еда. Ну, вот эту штуку я не буду брать. Что, всех, что ли, мы убили? Что ж тогда у меня музыка играет? Еще место есть? Есть, вот тут был. Ты вот в этом ящике. И вот в этом еще раз. Сюда? Дочка прикрылась. Пойдем теперь внутрь. Так, тут медицина. Ну, медицину я возьму. Так, ну-ка, я смотрю. Нападение через 20 минут. Сейчас пока лутаемся, наверное, по новой начнется появляться. Иди сюда. Меня
меня зависло. У меня тоже. Блин, сохраниться бы надо. Отвисник, не отвисник. У меня отвисло. У меня пока нет. Нет, не отвисло. Что-то грузит. Ну, отвисло. У тебя отвисло? Угу. А это такое? Weapon back. Ну, короче, тут оружейные всякие штуки. Правда, не особо ценные, мы это все крафтить можем. Оружие, шапки, всякое такое лежит, а что брать не можем. Перчатки, очки. Брать не можем. А вот тут еще бокс стоит, смотри. Я их посмотрел, ты их забирай. Я вот тут не могу взять. Почему? Места нет. Нет. Вот 4 пластик и этот. Ну, мешки. Мешки не буду брать. Этих мешков тоже. Дома. Так, ну вроде бы все. По второму разу лут появляется. Я только что отсюда медицину забрал, опять тут медицина лежит. Ну, это сейчас мы, если сейчас опять побежим, поэтому... Ну, давай тогда еще по новой пробежимся. Ну, давай. Может, снова появимся. Да. Появилась? По два раза. Да, и тут тоже появилось. А у тебя места-то, наверное, нет. Вот. Ну, место есть, бери. Пилка. Нет. Так, ну сейчас подожди. Нету места? Сейчас подожди. Если нету, я возьму. Ну, бери. У меня тут есть. Военные бы только не отрезали. Что они нас тут внутри-то выстрелок.
раза. По два раза пробежали. Так, что по времени? Полчаса еще. Тут нету нового ничего. Снаружи только обновились. А вот тут где так денежка? Где? Медикаменты. Денежка. А где у меня денежка была? Икирка. А, я ее вылежу. У тебя есть денежка? Есть. Да, и кирка хорошая. Кирку вот возьми. Вот собирает хорошо. Ты, кстати, эту кирку можешь повесить на этот бронежилет. Да, там я знаю. На бронежилете. Да, я повесила. Ячейки есть. Ну неплохо. Оно, конечно, крафтится все, но тут мы без крафта на халяву все забрали. Самое сейчас интересное. Сейчас пойдем в фабрики положим и еще раз можно будет залутать, мне кажется. Так а зачем уходить-то тогда? Жди тут. Нет, освободить место же надо. Ну так пусть сперва лут появится, если лута нет. Так надо отойти, он появится. Самое интересное, вот это биткоин майнер. Надо поставить дом и посмотреть, что он нам биткоины будет добывать. Что ли. Не знаю. Так, а где я кладу, конечно? Куда побежала? Это я квадрик ищу. Так ты не туда побежала, они же вот прям по дороге выходишь из базы. И они вон около дороги. На мой ник беги. Ты куда? Так, у нас еще с тобой 25 минут. Через 25 минут сюда, к этому спальнику, придут военные. Поэтому нам отсюда надо будет свалить. Ну, я не уверен, что там появится. Мы проверим, давай. Денежки у меня туда забери, пожалуйста. Где они? Ну, вот тут лежат. Вами? Нет. Конкрет лову барьер, сделанный из ручных материалов, используется для того, чтобы защититься от атак и интервенции. Интрюженс, что такое. А это что, цемент. Используется для того, чтобы делать конкрет. Не знаю, что такое конкрет. Ну все, я разгрузился. Молодцы. Можно ехать домой. Так, Герман? Ау. Не делай мне весы. Да там не думаю, что лут появился. Ну, я думаю, что появился.
Ну, постреляем. У меня патронов-то на снайперку нету. Я всех расстрелял. Вот за этим камнем прячься. Да. Я-то особо не постреляю. За камень! У меня патронов не хватит, чтобы всех вынести. Минус один. Начали по новой появляться военные. Значит, и в ангаре сейчас появится. Ты аккуратней пошла туда. Я смотрю. В ангаре сейчас, значит, появится целая толпа. Ну, иди сюда. Вон ходит в ангаре, вижу уже. Я вижу. Убегай. Ой. Да ты убеги! Убьют же! Не лечись, аптека есть? Есть. Подлечись. Ты сам лечись. У меня пока полная. Сюда иди. Какой он живучий. Да по бронежилете. Еще не все. Все вроде. Сейчас. Каска опять. А я сейчас как отличу их рюкзаки? Так, что по времени-то? 19 минут у нас. Внутри ангара пустые сундуки. Ничего не появилось. Не, внутри пусто. Оружие тут мне попалось. Какое? А вот в этом лежит. Есть место? Есть. Забежай. Так, я на вышках залетаю. Эти мешки с цементом. Ой, я какую-то каску нашел. Не знаю,
она лучше или хуже? Второй армор. Я бронежилет нашла. И тоже каску нашла. Но я каску не такую, как у нас, а какая-то она другая. Ну, военных выгодно мочить. С них хорошая экипировка. В ящиках Ани ничего не появилось, так что на следующий раз ты не вылетела? А вот? Ты не вылетела? Нет. Я говорю, в следующий раз, как только второй раз залутали, можно уходить. Ящики пустые. Значит, сперва появляется лут, а потом мобы. Ну, наверное. Нет, я по кругу пробежался. Ящики пустые. Вот видишь, тут бронетранспортер стоит. Видела на улице? Да, большой. Который большой. Ну как большой? Вот такой. Да, он со светом, который горит. Вот когда будет верстак 4 уровня, вот такие БТРы по нашу душу приедут. А у нас такой будет? Нет, у нас такого не будет. А почему? Ну, нету в игре. У военных только есть. Вот такой приедет нас долбать. А его только из этого, из ракетницы или минуса. Так, ну все, уходим. Никогда. А спальник даже хорошо, что нельзя, мы не уберем. Потому что нападение сюда придет. Не к нам в пещеру, а сюда. А если бы мы сейчас спальник этот убрали, тогда бы в пещеру к нам придет. А так они пока этот спальник не сломают, они в пещеру не придут. Ну, они его быстро, конечно, сломают. Ничего нет. Через 14 минут придут. Так, ну все, едем домой.